Камера шла почти снимать, что ли? Эмиль, пошире кровать там. Чё? Да я говорю, Эмиль, пошире кровать там. Картошка понравилась, ребят? Нет. М? Да. Очень сытная, да? Нет. Практически прям как мясо. Так, а чё это мясо? Ну, так пошире кровать, покрасивее. Так. Вот такую еще картошечку, потому то, что надела котлеты. С того, что есть, я всегда так и делаю. Раз пришлось маргарин скрести, купить. Хотел корм еще завтра. Купить, но не хватило. 60 рублей пачка маргарин. Сал, когда кончается, все без сала невозможно. Завтра бог даст, у меня там на 100 рублей можно купить костей за 30 рублей. Я хорошее беру, недорого. Супа наварить, такие прям с мяском даже. За 30 рублей сало и рублей за 40 купить со скидкой морковки, лучку и один помидор даже еще хватит. Первый и второй приготовить с рисом. И плов хватит приготовить, и суп из костей наварить. Так. В общем. Я тут еще картошки понапекла. У меня оставались ножки от грибов, кабачки, огурчики немного, сальцы. Вот, ну как сал я солила, у меня остается соль. Я ее иногда по чуть-чуть и в блюдо даже использую, не выкидываю. Она ароматная почему-то. Не знаю почему, но она такая ароматная, там и специи, и все вот это вот. И я иногда ей в котлеточку добавляю, картошечку подсаливаю, я ее не выкидываю. В общем, это понатушила, как его, еще картофеля. И у меня было 600 грамм фарша. Так, 600 грамм фарша. Захч, иди, не провоцируй меня. Иди в Караганду, иди охоте. Так. Картошку таешь, не очень-то ешь. 600 грамм фарша. Муки где-то грамм 100 кукурузной. 5 яиц. 100 грамм из козьего молока простоквашки. И кусок батона. Я прям размочила в этой простоквашке. Сильно мелко его весь перетерла прям вот. И добавила в фарш. 5 яиц. Кукурузная мука. Там грамм 100, наверное, было. Батончику размоченного. Вот. И сальцы с сала. Намесила фарш, котлеты сделала. Из того, что есть, как говорится. Я всегда так готовлю. Импровизирую из того, что есть. Очень вкусные, кстати, получились. Такие пышные-пышные. Это остаточки дожаренные.